Привет, мои дорогие! Я вас очень рада видеть на своем канале Нафиса Уфа. Ну что же, начинаем сегодня новый влог. Я сегодня не красилась, мы никуда не выходили. Поэтому не буду, наверное, себя сегодня показывать. Сейчас будем готовить курицу на соли. Ну а для начала наша красавица Нюша. Нюша? Нюш! Нюш, красавица моя. Да, взаимная любовь хозяйки и питомца у нас не, да. Она со мной спит все время. Да, Нюш, красавица моя. Ну что же, мои дорогие, духовку я уже включила на 200 градусов, поэтому пускай греется духовка. Будем ставить где-то на час-полтора. Курица у меня крупная, больше 2 килограмм. А вчера я вам показывала в покупках. Что же нам понадобится? Понадобится противень, который я уже закрыла пергаментом. Потому что обязательно, девчонки, используйте пергамент. Потому что соль пригорает. И тяжело будет отмывать противень. Поэтому даже в 3 слоя. Наверное, заметили, в 3 слоя, потому что соль тяжелая, поэтому надо поднимать и тихонечку выкинуть. Вы в процессе в конце увидите, конечно, это зрелище будет не очень красивое. Что же нам понадобится? Конечно же, курица не имеет значения. Большая курица, маленькая курица, крупная, поэтому... Как вы сами выбираете. Даже если курица поменьше, еще лучше будет. Мне эта курица напоминает курочку-гриль. Но она получается менее вредной. Даже не вредной, как кури-гриль. Для диеты Дюкан белковых дней можно использовать только курицу-соль. И чуть-чуть приправы. Я готовлю просто так, поэтому я буду использовать томатную пасту. Томатная паста у меня вот такая вот. Помидорка. Вчера показывала в покупках йогурт греческий 2%. Будем смазывать курицу, приготовила. Буду здесь соус делать. Пачку соли, но я буду использовать только половину, потому что нету смысла использовать целую пачку. Соль просто берем и выкидываем. И хватает половины пачки. Люблю я очень куркуму. Показывала вчера в покупках. Сухой чеснок. Но можно также использовать свежий чеснок. Ну и для курицы. И чуть-чуть добавлю. На диете Дюкан можно без сахара соевый соус. Также приготовила силиконовую кисть для смазывания курицы. Вы, наверное, уже видите, курицу надо разделить так, чтобы грудинка была наверху. Режем со спины. Распределила половину пачки соли. Соль у меня крупная. Курицу выкладываем на противень, на пергамент, на соль. Можно чуть-чуть этой же солью посолить саму курицу, потому что можно пересолить. У меня муж никогда не отказывается, очень любит кожу. Кожа получается хрустящая, нежная. Сама я не ем и не люблю кожу курицы. Давайте готовить соус. Соус здесь не обязателен, просто я рекомендую. Курица... Сама по себе на соли очень вкусная. Для белкового дня, для атаки идеально подойдет. Это самая лучшая будет белковая еда, на которой вы будете стройнеть и худеть. Но, конечно же, обязательно обращайтесь перед тем, как садиться на эту диету, к терапевту. Сдайте анализы, проверьте почки и обязательно принимайте витамины. Мне нравится соусом. Муж у меня тоже любит. Давайте возьмем йогурт. Греческий по вкусу, как вчера я говорила, один в один. Так, сметана Простоквашино. Один в один.
2 ложки возьму. Добавлю ложку томатной пасты. Томатная паста имеет в составе соль и только томаты. Тоже, которые можно на диете Дюкан. Белково-овощные дни без ограничений. Ну и также белковые дни можно 1 чайную ложку. Дальше добавляем куркумы. Я добавляю на взгляд. Я обожаю куркуму, цвет куркумы. Чеснок. Чуть-чуть приправы для курицы. Может кто-то скажет, что ой, куда так много приправы. Эти приправы очень хорошие. У них отличный состав. Смешиваю и добавляю соевый соус, который тоже можно на диете. Кикаман. Немножко, как будто сладенький такой. Тоже придаст вкус. Все в меру, по чуть-чуть. И получается у нас вот такой вот соус. Все. И будем смазывать нашу курицу. Начинаем смазывать соусом нашу курицу. Берем все вот эти вот места. В общем, девчонки, будем одевать нашу курицу в платье, а то у нас такая голенькая лежит, лежала уже. Да. Аж прям неудобно как-то. Что она такая? Я везде смазываю, потому что так будет вкусно. Именно вот этот соус я нигде не брала. Это сама по себе у меня так получилось. Сначала делали просто на соли, потом начали добавлять приправы, а потом уже перешли к соусам. Я бы с удовольствием сейчас добавила чеснок, если бы он у меня был. Имеется в виду вот натуральный чеснок, а не сухой порошок. Все, одели мы в платье. Вот так у нас получается. Соус ароматный. Я вот не могу вспомнить, точь-в-точь мы как-то покупной соус такой покупали, но этот получается менее вредный, чем покупной, потому что покупном я не знаю, что. Теперь отправляем нашу курицу на соли, плюс, скажем, соусом с приправами в духовку на час, на полтора часа, смотря какая у вас духовка, на 180-200 градусов. Это опять-таки смотря какая духовка. Вот так вот потихонечку готовится курица на соли. Посмотрите, я же говорила вам, да, что на соль даже как-то, ну, неприятно смотреть, такое показывать. Как-то, знаете, непонятно это все становится такое. Вот. Такая у меня скоро готова будет курица. Кожу я не ем. Вот так вот выглядит со стороны курица на соли. Как я говорила, вот это место, соль, ну, не так, знаете, приятно выглядит. Но охота все показать. Держала я больше часа, потому что я люблю, когда, ну, филе, ну, очень сочное и мягкое получается.
Кожуру, я повторяюсь, не ем. Муж хочет, он кушает. И благодаря тому, что я помазала томатом, соусом с томатной пастой, она выглядит потемнее. Если не пользоваться приправами, как куркума, которая придает цвет томатной пасты, то она выглядит чуть по-другому. Кстати, я пью чай с драниками, с капустными, очень вкусно. Прямо потрясающий вкус. Рекомендую готовить, стройнеть и худеть. А теперь я попрошу дочку подержать камеру и посмотрим, порежем, как это выглядит курочка внутри. Сегодня у меня помощница-оператор. Всем привет! Всем привет! Да, оператор Алия. Давайте посмотрим курицу. Горячая. Будем разделывать. Ох, как пахнет вкусно. Она горячая. Она очень горячая, но я хочу показать. Потому что... Как вам показать это все? Сейчас. Курица еще громадная такая получилась. Ох, невозможно ее подержать даже, а? Ох. Сочная. Вот не знаю, как его сейчас показать. О, такие вот кусочки громадные. Вот. Курица, ну, очень горячая. В духовке прям. Такие кусочки получаются. Девочки, ну очень горячая курица, поэтому я уж так держать невозможно даже. Хочу вам показать. Вот. Ножка так делится. Остальное сейчас не буду разделывать. Там видно, нет, держишь? Такие вот кусочки получаются. Вот. Здесь буду смотреть, что оставлять. Вон какой сок. Вот такой сок здесь. Ну, некрасиво. Некрасиво вот это, конечно, все выглядит. Поэтому пергамента побольше, чтобы спокойно убрать. Потому что пергамент потом начинает рваться. Из-за того, что она, видите, да, греется. Я ставлю на самый низ. Поэтому так нагревается. Вот у нас только получилось. Порезала я на разные кусочки. Но чем не лучше, чем куры-гриль. Девочки, мальчики, все свое. Ну, соль, чуть-чуть приправы. Приправа у меня хорошая, с хорошим составом. Йогурт, томатная паста и чуть-чуть соевого соуса. Нежно. Потрясающе вкусно. Убираете кожу, стройнеете и худеете. Это разрешено на Дюкане. У меня муж просто обожает такую курицу. Кто-то, может, скажет, ну, со стороны выглядит, ну, так некрасиво, неаппетитно. Да, действительно, на противне это выглядит некрасиво, но это просто обалденно вкусно. Потрясающе вкусно. Очень-очень нежно, вкусно, мягко, горячее такое. Вот. Ну и чуть-чуть вот мужу оставила на утро, и еще у меня одна порция. Мы уже покушали с детьми. Также вот такие вот, которые можно на правильном питании, на диете кушать. Такие вот драники, капустные котлеты. Еще раз всем, кто кушает, приятного аппетита. Также сегодня я буду готовить. Можно назвать по-разному. Драники капустные, лепешки капустные, котлеты капустные.
Это будет очень вкусно, нежно и можно на чередование, на диете Дюкан. Ну и, конечно же, для правильного питания, для стройности и чтобы похудеть. Если вам интересно и данная такая же тема, то, конечно же, оставайтесь. У меня две капусты. Какая у вас семья? Может, у вас вообще большая семья, поэтому смотрите, сколько капусты вам брать. Половина сыра у меня, это легкие 13%, как ДОП можно на диете Дюкан на чередование. Я на всякий случай взяла 2 яйца, посмотрим по консистенции, хватит ли одной или двух. Конечно же, вместо обычной пшеничной муки будет мука рисовая, цельнозерновая. Мне очень именно понравилась рисовая мука. Вот у меня чуть-чуть осталось, мне хватит, наверное, вполне этого достаточно. А я это показать вам взяла. Было вкусно, я добавлю зеленый лук, чуть-чуть перца, букет приправ и чуть-чуть соли. Капусту я буду шинковать обычным вот таким ножом из магазина Fix Price, моим любимым. У меня моя любимая доска тоже из магазина Fix Price. Мелко-мелко. Ну что же, мои дорогие, решил я остановиться на одной капусте. Нам на 4 хватит. Нашинковала, мелко-мелко порезала и чуть-чуть помяла руками, чтобы размягчить капусту. Так получается очень вкусно и очень нежно. Теперь я добавляю мелко нарезанный зеленый лук. Добавила я сыр. Теперь все надо перемешать. Добавила чуть-чуть соли и перца. Все тщательно я перемешала. И все-таки я добавила 2 яйца. Теперь буду добавлять рисовую цельнозерновую муку. Но вы уже сами все умеете, как делать драники, да, лепешки. Добавляем, смотрим и останавливаемся, когда можно уже выкладывать на сковороду. Ну что же, у меня все готово. Добавила я, что у меня в мешочке было, всю рисовую цельнозерновую муку. Теперь будем обжаривать с двух сторон на медленном огне, на капли масла. Как и говорила, готовим на медленном огне, закрывая крышку. И еще, девчонки, кстати, хотела сказать, у меня сковорода покупали 4 месяца тому назад в Галамарте. Сковорода сама стоит вот около 1000 рублей, вот прям без копеек, 997 что ли рублей, и плюс крышка где-то около 200 рублей. Ну вот просто отличная сковорода для всего, но если вы на диете, потому что жарить нельзя на масле, да, вообще идеальный вариант, сковорода вот такой. Обратите внимание, продажи все еще они есть, вот в форме мрамора сделаны, если я не ошибаюсь, называются они мраморными. То закрываем крышку. Вот такие вот получились у меня драники, лепешки, можно как назвать, оладушки капустные. Вот такие вот они, нежно-нежно румяные. Теперь мои дети будут пить чай, а я буду продолжать готовить, и скоро будет готова курица на соли. Муж у меня на работе, поэтому сейчас будем втроем пить чай. И все-таки я оставила на салат, чуть-чуть как салат, капусту. Капуста у меня молодая, зеленая, даже здесь вот в лепешках видно и лук, и саму капусту. Аромат просто потрясающий. Там не обращайте внимания, меня попросили сделать башкирский. В общем, я делаю уроки, помогаю делать не только своей дочери Арии, но у меня многие просят делать башкирский язык своим детям тоже. Те, кто русские, я понимаю, что очень тяжело, но я, девчонки, уже сама устала. Я в бешенстве. Я дочери говорю, я, наверное, 23 числа крикну, выйду на улицу, ура, каникулы! Как ребенок, понимаете, я очень устала. Если в сентябре будет дистанционное обучение,
Я просто не выдержу. Это ужас, очень как тяжело. Не знаю, в общем. Вот, я продолжаю дальше готовить. Ну и, конечно же, скоро, повторяюсь, будет готова курица на сале. Тем, кто кушает, приятного аппетита, кто завтракает, ужинает, обедает. Всем спасибо, что смотрите, что пишете комментарии. Я также постараюсь продолжать делать вам именно на тему диеты. И еще об этом поговорим, но поговорим мы после того, как закончатся уроки, будут каникулы. Я просто не вытерплю. Мы по 4 часа делаем просто уроки, поэтому у меня времени не хватает ни на что. Обязательно поговорим. У меня готовится следующая партия, и вот осталась, наверное, еще будет одна партия. Оставлю. Так, у меня что здесь? Ага, пригорело. Ладно, выкину. Оставлю мужу, конечно же, обязательно. Утром он у меня придет, и курица ему будет, и лепешечки, драники. В общем, не знаю, какое название дать вообще к драникам. Я привыкла, что это картофельные драники.